Ночной клуб и танцпол – термины, которыми оперирует в последнее время министр здравоохранения Алла Немиренко. Их даже нет в классификаторе экономической деятельности Молдовы, отмечают представители ассоциации МЭР. Последнее решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья они называют неопределенным и запутанным. В решении указано, что доступ в ночные клубы или на танцполы разрешен при соблюдении определенных условий. В связи с этим представители сектора хорека задаются вопросом, какую эпидемиологическую меру желательно использовать, учитывая понятие «танцпол» и «ночной клуб». Классификатор экономической деятельности Молдовы не предусматривает такой категории, как «ночной клуб», тем более, что на территории Республики Молдова у нас нет заведений общественного питания и развлечений, зарегистрированных как «танцпол». Классификация и присвоение определяется документом в зависимости от основной деятельности заведения. Неопределенность положений приводит к необоснованному контролю со стороны правоохранительных органов всех заведений общественного питания, развлекательных или нет. Представители сектора хорека напоминают, что неоднократно сообщали Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, что этот нормативный пробел допускает злоупотребление во время проверок сотрудниками МВД. Эта проблема обсуждалась и на встречах с премьер-министром, но работники сектора хорека услышаны не были. Времена новые, а грабли прежние. Видно, что и на этот раз никто не хочет нас услышать. Отсутствие четких положений в решениях Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья и еще в большей степени отсутствие инструкций создает место для злоупотреблений. Несомненно и то, что сотрудничество и общение властей с профильными ассоциациями, похоже, носит только символический характер, а не консультативный. Ассоциация МЭР считает необходимым создать консультативный совет при Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, чтобы избежать ситуаций, снижающих эффективность мер, которые принимаются в сфере общественного здоровья и подрывающих как авторитет ответственных учреждений, так и бизнес-среды.